Алёш, они второй микрофончик не дали, да? А, вон он, отлично. Володь, берите второй микрофон. Раз, два, три. Замечательно, слушайте. Не надо голос напрягать. Когда все стихнет, все будет слышно. Здравствуйте, дорогие друзья! Рады всех приветствовать на нашем семинаре. Вот этот проход, он еще свободен, поэтому вот, я не знаю, там может стулья вот так передать по головам и пройти туда, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, в общем, мое объявление излишне. Достаточно посмотреть на аудиторию и понять, что сегодня к нам приехал профессор Альфред Ленгли из Австрии, человек, который уже много раз бывал в нашем Отечестве и который фактически вот работает на ниве просвещения, иначе не скажешь, потому что его деятельность, она такая подвижническая, действительно, в течение уже почти 6 лет. И как бы всей своей деятельностью он утверждает, ну, европейскую культуру, которой мы всегда принадлежали и продолжаем принадлежать, и будем принадлежать. Поэтому связи между Веной, Москвой, они в высшей степени естественные. И в высшей степени такие родные нам и продуктивные. И это, в общем, та культура, в которую мы должны тоже развивать и продолжать. Вот, но не буду вас томить, вы и так уже давно здесь находитесь. И я с удовольствием и радостью представляю слово моему коллеге, профессору Альфреду Ленгли. Добрый вечер. Guten Abend. Ich darf meinen Übersetzer vorstellen. Я хочу представить переводчика. Владимир Сагвоскин. Wir kennen uns schon seit Jahren. Мы уже знакомы много лет. Und ist selbst auch Existenzanalytiker und Philosoph. Он сам экзистенциальный аналитик и философ. Ich danke vielmals Boris Sergejewitsch für die Einladung. Я очень благодарю профессора Братуся. Es ist mir eine große Freude, heute hier sprechen zu können. Для меня большая радость иметь возможность сегодня вечером здесь выступать. Ich habe schon das Glück gehabt, einige Vorträge hier machen zu können. У меня уже было счастье несколько докладов сделать здесь. Und heute steht diese Vorlesung unter einem besonderen Stern. А сегодняшняя моя лекция, она стоит под особой звездой. Weil Professor Bratus und wir eine Kooperation beschlossen haben. Потому что профессор Братус и я, мы заключили договор о сотрудничестве, die schon im Februar starten wird und über die nächsten Jahre geplant ist. Заключаем договор о сотрудничестве, которое должно начаться в феврале и продолжаться в течение ближайших лет. Und darum darf ich mich heute zum ersten Mal hier ein bisschen zu Hause fühlen.
И поэтому я сейчас могу уже себя здесь чувствовать немножко как дома. Genau. Das Thema des heutigen Abends. Тема сегодняшнего вечера. Ist eigentlich ein sehr wissenschaftliches Thema für einen Freitagabend. Очень такая научная тема для вечера в пятницу, накануне выходных. Экзистенциальная психология и психотерапия. Экзистенциальная психология и психотерапия. Und das als Einstimmung auf ein Wochenende. И это некоторое такое настроение, с которым вы вступаете в выходные дни. Ich habe mir darum gedacht, dass ich es so aufbauen werde. Поэтому я подумал, что я построю этот вечер таким образом, dass ich am Beginn etwas wissenschaftlicher sprechen werde. Что я вначале скажу нечто такое научное, und dann auf Inhalte zu sprechen komme, а затем перейду к таким содержаниям, die eine praktische Anwendung existenzieller Psychologie darstellen, которые представляют или описывают практическое применение экзистенциального подхода, wie wir sie im Rahmen der Existenzanalyse zum Beispiel praktizieren und verstehen. Как мы понимаем и как мы практикуем этот подход в рамках экзистенциального анализа. So dass ihr auch etwas von dem Wind existenzieller Psychologie zu spüren bekommt. Чтобы вы получили некоторое просто впечатление об экзистенциальной психологии. Und für euch selbst vielleicht über dieses Wochenende gleich anwenden könnt. И может быть вы в эти выходные дни сразу же сможете перейти к практике. Ich habe ein bisschen Sorge wegen der Luft. Kann man vielleicht ein Fenster öffnen, dass ein bisschen. Та же тема по отношению к окнам. Можно ли организовать проветривание? Немножко как бы вот душно. Das ist existenzielle Frage. Zur Existenz gehört eben auch eine gute Luft. Экзистенции, к существованию человека на Земле, вот относится также воздух. Надо, чтобы был свежий воздух. Ja, ich danke euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid an einem Freitagabend. Я очень благодарю, что пришли так много людей, потому что все-таки пятница вечер, это не так просто. Nun, was ist das Interessante an existenzieller Psychologie? Что же такого интересного в экзистенциальной психологии? Warum heißt sie existenziell? И почему она называется экзистенциальной? Was ist damit gemeint? Что подразумевается под этим названием? Wovon setzt sich existenzielle Psychologie ab und unterscheidet sich? От чего отталкивается экзистенциальная психология и от чем она отличается? Der Begriff existenziell ist ein schwieriger Begriff. Понятие экзистенциального – это понятие сложное. Wann verwenden wir ihn? Когда мы применяем его? Existenzielle Bedürfnisse haben wir beispielsweise. Например, есть такое словосочетание, как экзистенциальные потребности. Natürlich gibt es eine Philosophie, die sich Existenzphilosophie nennt. Естественно, есть такая философия, которая называется философия экзистенции. In der Philosophie geht es dasselbe wie bei den existenziellen Bedürfnissen. Вот в философии речь идет о том же, о чем что подразумевается, когда говорят об экзистенциальных потребностях. Existenzielle Bedürfnisse wie Essen, Schlafen. Например, экзистенциальные Bewegung. Или жизненные потребности – это еда, питье, движение, сон. Werden existenziell genannt, weil sie lebensnotwendig sind. Они их называют экзистенциальными, потому что они необходимы для того, чтобы человек жил. Экзистенцфилософия dreht sich das, was wir unbedingt brauchen, ein Leben führen, ein menschliches Leben führen zu können. Экзистенциальная философия, ее проблематика вращается вокруг того, что необходимо человеку, что совершенно необходимо человеку для того, чтобы вести человеческую жизнь. Und existenzielle Psychologie hat dasselbe Thema aus der Perspektive der psychologischen Forschung. Имеет ту же самую тему, но только с перспективы психологического исследования. Was brauchen wir, zu einem guten, erfüllten Leben zu kommen? Что нам необходимо для того, чтобы прийти к хорошей,
наполненной жизни. Und zwar ganz konkret. А именно совершенно конкретно. Ist mein Leben gut und erfüllt? Является ли моя жизнь хорошей и исполненной? Und jeder hat dazu eine Meinung. И у каждого есть по этому поводу мнение. Мы чувствуем это. Und es ist etwas, was uns Tag für Tag beschäftigt. И это нечто, что нас волнует день за днем. Und natürlich auch die Frage, wie kann ich zu einem erfüllten, guten Leben kommen? Естественно, что для человека фундаментальный вопрос, как я могу прийти к такой хорошей и исполненной жизни? Diese Bedingungen, die dafür notwendig sind, вот условия, которые для этого необходимы, um uns psychologisch zu befähigen, чтобы быть способным в психологическом смысле unseren eigenen Beitrag zu leisten, um zu einem guten Leben zu kommen, чтобы внести какой-то свой вклад в целую жизнь и прийти к хорошей, исполненной жизни. Das ist das Feld existenzieller Psychologie. Вот это поле как бы исследований и работы экзистенциальной психологии. Also nicht die soziologischen Faktoren, die ökonomischen Faktoren. То есть речь идет не о социологических или экономических факторах, die medizinischen Faktoren. Или медицинских факторах. Da gibt es viele Bereiche, die zusammenspielen, um zu einem guten Leben zu kommen. То есть есть очень много факторов, которые все вместе образуют условия вот такой вот исполненной и хорошей жизни. Von der Psychologie her interessiert uns das, was wir selbst aktiv beitragen können. С точки зрения психологии нас интересует то, что мы сами активно можем от себя в это внести. Oder wo wir uns selbst ein Hindernis sind. Или там, где мы наоборот препятствуем этому. Was mache ich falsch, damit es mir, weil dass es mir nicht besser geht in meinem Leben? Что делаю я не так? Почему мне так нехорошо в жизни, что я сам делаю неправильно? Für das, was das Schicksal mir bringt, bin ich nicht zuständig. То, что судьба мне приносит, я как бы к этому не имею отношения, я за это не отвечаю. Das ist Glück und Pech im Leben. Это, ну вот так, повезло или не повезло в жизни. Aber ist es möglich, mehr oder weniger unabhängig von dem, was das Schicksal bringt? Но насколько возможно, более или менее независимо от того, что приносит человеку судьба, ein Leben zu haben, иметь жизнь, bei dem ich sagen kann, о которой я могу сказать, dieses Leben mag ich leben. Что вот такой жизнью мне хочется жить, мне нравится жить. Я ich muss доволен. Zwar auch leiden. Хотя я и должен страдать. Es gibt kein Leben ohne Leid. Нет жизни без страдания. Wir haben Schmerzen, wir haben Verletzungen. У нас есть в жизни боль, обиды, раны, травмы. Schon als Kinder stürzen wir, schlagen uns blutig, bekommen die Zähne. Уже будучи детьми, мы падаем, разбиваем себе нос, режутся зубы. Ja, die Geburt selbst ist wahrscheinlich kein Vergnügen. И само рождение, по всей вероятности, не является процессом приятным. Ein bisschen was von dem bleibt im Leben И вот немножко вот от этой боли, от этих неприятных ощущений постоянно в жизни бывает. Aber ist das das Entscheidende? Но является ли это самым главным? Gibt es nicht Aspekte des Lebens, die noch viel wichtiger sind? Если нет ли таких аспектов в жизни, которые гораздо более важны? Um zu einer Erfahrung zu kommen, чтобы прийти к некоему опыту, die mir den Wert des Daseins erschließt, которая раскрывает для меня ценность бытия. Darum ist existenzielle Psychologie auch axiologische Psychologie. Поэтому экзистенциальная психология также и психология ценностей, аксиологическая психология. Weil ohne Werte wir zu keinem erfüllten Leben kommen können. Потому что без ценностей мы не можем прийти к исполненной жизни. Darum ist existenzielle Psychologie auch eine Psychologie, die sich mit dem Sinn im Leben befasst. Поэтому экзистенциальная психология – это такая психология, которая занимается проблемами смысла человеческой жизни.
Denn ohne Sinn im Leben zu spüren, zu sehen, потому что не ощущая и не видя в жизни смысл, kann es uns nicht gut gehen. Не может быть хорошей жизни. Sinnlose Existenz, бессмысленное существование, absurdes Leben, абсурдная жизнь, lohnt sich nicht zu leben. Не имеет смысла такой жизнью жить. Die alten Griechen hatten als eine der schlimmsten Strafen in ihrer Mythologie die Absurdität angesehen. Вот древние греки как одно из самых тяжелых наказаний видели вот такое, если человек присужден вести абсурдную жизнь. Und um Sisyphos zu strafen, чтобы наказать Сизифа, haben sie ihm eine absurde Aufgabe gegeben. Они дали ему абсурдную задачу. Einen Stein den Berg hinauf zu rollen. Значит, камень, значит, туда в гору как это катить. Und kaum ist er oben angekommen. Только он, значит, уже готов его вкатить на вершину. Rollt er wieder hinab zum Ausgangspunkt. Значит, камень скатывается назад. Und es war die ganze Mühe umsonst. И вся это, все усилия оказывались напрасными. Vergebens gelebt zu haben. То есть таким образом это бессмысленно. Vergebens eine Arbeit gemacht zu haben. То есть он зря работал, зря старался. Ist eine geistige Qual. И вот если человек так ощущает свою жизнь, то это духовное мучение. Es entzieht uns den Boden unserer Existenz. Такое ощущение вырывает почву из-под ног экзистенции. Ohne Sinn auch keine Erfüllung im Leben. Unsinn. Ohne Sinn gibt es keine... Без смысла нет в жизни исполненности. Und natürlich ist existenzielles Leben weitgehend und in erster Linie von mir selbst abhängig. И экзистенциальная жизнь, то есть наполненная, хорошая, осмысленная жизнь, в первую очередь, во многом и в первую очередь, зависит от меня самого. Darum muss sich existenzielle Psychologie mit dem Subjekt beschäftigen. Поэтому экзистенциальная психология занимается именно субъектом. Mit seiner ursprünglichen Fähigkeit, mit der ursprünglichen Fähigkeit des Subjektes. А именно его, как бы, некоторой первичной способностью субъекта, die subjektiv bleibt, которая остается субъективной, die Fähigkeit zu entscheiden, способностью к принятию решений, die Freiheit, способностью к свободе. Menschliche Freiheit lässt sich nicht objektivieren. А человеческую свободу невозможно объективировать. Sie ist von ihrem Wesen her eine subjektive Erfahrung. А по своему существу это субъективная способность. Darum wird in der wissenschaftlichen Psychologie Freiheit als Thema nicht behandelt. Поэтому в научной психологии свобода как тема, она не рассматривается. Man kann Auswirkungen der Freiheit messen. Можно, например, измерить действие свободы. Aber Freiheit selbst ist im objektivierenden und generalisierenden Verfahren der naturwissenschaftlichen Psychologie nicht zugänglich. Но сама свобода в таком объективируемом и как бы анализирующем подходе естественно, научной психологии, она недоступна такому. Allenfalls kann man von einem Konstrukt sprechen. Можно говорить о некотором, возможно, можно говорить о некотором конструкте. Und hier möchte ich nun ein paar Gedanken anführen über die Position existenzieller Psychologie im Rahmen der Psychologie überhaupt. И здесь я хочу вот сейчас рассказать о том, значит, вести такое маленькое рассмотрение того, где помещается место экзистенциальной психологии в рамках вообще психологии, как она сейчас существует в мире. Академическая психология beschäftigt sich mit dem Menschen vermittels objektivierender Methoden. Академическая психология занимается человеком, изучая его при помощи объективирующих методов. Also wissenschaftlich. То есть научно.
Denn Wissenschaft ist objektivieren und messen. Потому что наука понимается здесь как нечто объективирующее и измеряющее. Empirisch untersuchen vermittels von Experimenten und Messungen. Она занимается эмпирическими исследованиями посредством экспериментов и измерений. Was sich messen lässt. То есть она занимается тем, что можно измерять. Und das, was sich nicht messen lässt, а то, что нельзя измерять, soll messbar gemacht werden. Должно быть доступным, сделаться доступным измерению. Also zum Beispiel die Liebe eines Menschen lässt sich nicht messen. Например, любовь человека невозможно измерить. Aber man kann messen, wie viele Frustrationen ein Mensch bereit ist, auf sich zu nehmen. Но можно измерить, например, сколько фрустраций человек готов на себя взять. Und daraus auf das Konstrukt Liebe schließen. И из этого как бы сделать заключение о некотором конструкте, называемом любовь. Natürlich ist ein solcher Schluss mit einem großen Unsicherheitsfaktor behaftet. Естественно, что такое заключение, значит, на нем лежит как бы вот некоторая значительная степень ненадежности. Wenn man sich ein Leben lang mit solcher Methode, mit solchen Methoden beschäftigt, если человек всю свою жизнь занимается подобными методами, beginnt man zu glauben, он начинает верить, das, was messbar gemacht wurde, что то, что было сделано измеримым, sei schon die Sache selbst. Это и есть сама вещь, сам предмет. Man übersieht, dass hier eine ontologische Differenz besteht. Человек не замечает, что здесь есть онтологическая дифференция. Ein Schluss aus einer niederen Ebene in eine höhere Ebene. А именно вывод или заключение с одного уровня онтологической реальности по отношению к другому уровню онтологической реальности. Beschreibt lediglich einige Bedingungen. Может описать исключительно только некоторые условия. Aber nicht die Sache selbst. Но не саму вещь, не сам предмет. Und es ist ein Reduktionismus zu sagen. И это редукционизм, когда говорят, von Liebe können wir dann sprechen, о любви мы можем говорить только в том случае, wenn eine Schwelle von mindestens 20 Frustrationen pro Tag toleriert werden. Если человек толерантен к 20 фрустрациям в день. Oder wenn mindestens 15 Streicheleinheiten pro Tag angewandt wurden. Или, например, что применяется 20 поглаживаний в день. Das ist по крайней мере, вот это как бы некоторый порог, за которым можно говорить, да, вот, вот это любовь. Да. А если там 15, то это уже не то. Ja, ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Ich vertraue dir. Also 15, das ist nicht die richtige Liebe, oder? Die verstehen Deutsch. Wir sehen, dass wir mit diesen Methoden sehr wohl etwas Objektivierendes beschreiben können. Мы видим, что вот подобными методами можно описать что-то объективируемое. Aber wir bleiben doch weit hinter dem zurück, was das Phänomen Liebe selbst ist. Но мы, как бы он говорит, что мы оказываемся все равно в значительной степени отдалены от того, что, чем является феномен любви как таковой. Naturwissenschaft ist äußerst effektiv in der Beschreibung der Natur und in der Entwicklung von Technik. Естественные науки в своей методологии очень эффективны в описании природных процессов и в технике. In der Physiologie des Menschen, in der Medizin. Например, в физиологии человека, в медицине. Und sie ist effektiv in der Beschreibung der Psyche des Menschen. И она эффективна в описании психики человека. Der Intelligenz.
des Gedächtnisses, интеллекта, памяти. Wir können tatsächlich viel am Menschen psychologisch mit Hilfe objektivierender Verfahren beschreiben. Мы действительно можем очень многое в человеке описать при помощи объективируемых методов. Und interessante sozialpsychologische Forschungen machen. И проводить очень интересные социально-психологические исследования. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Art der Psychologie haben und weiter betreiben. И это очень важно, что есть такая психология и что мы дальше исследуем вот человека и его психику вот такими методами. Naturwissenschaftliche Methodik ist charakterisiert durch folgende Punkte. Естественно-научная методология характеризуется следующими пунктами. Sie versucht, den Gegenstand der Untersuchung objektiv zu untersuchen. Она пытается предмет своего исследования исследовать объективно. Das heißt, den subjektiven Einfluss des Beobachters möglichst auszuschalten. А это значит субъективные свойства наблюдателя по возможности исключить. Die Ergebnisse sollen gültig sein für alle Menschen an allen Orten der Welt und wenn die Bedingungen dieselben sind. Вот результат этого исследования должен иметь значение для всех людей, то есть интерсубъективно, в любом месте Земли, если условия идентичны. Und neben diesem generalisierenden Hermeneutik, и рядом с этой, так сказать, генерализованной, генерализирующей, werden die Ergebnisse aufgrund von Theorien beleuchtet und erklärt. Естественно, научная, как бы, ориентированная психология, она создает некоторые гипотезы, теории, благодаря которым она объясняет те феномены, которые она исследует. Die Ergebnisse werden auf andere Ergebnisse, die bereits Gültigkeit haben, zurückgeführt oder mit ihnen in Verbindung gesetzt. И таким образом то явление, которое мы наблюдаем, оно возводится или связывается с теми явлениями, которые как бы уже изучены, и законы которых мы уже знаем. Und damit können wir tatsächlich eine Hälfte des Menschen sehr gut beschreiben. И благодаря вот подобным методам мы действительно можем описать, как он говорит, половину человека. Wir alle haben Aspekte, die wir gemeinsam haben. Действительно, у всех людей есть такие аспекты и такие моменты, которые для всех общие. Ich habe zum Beispiel, als ich Medizin studiert habe, когда я изучал медицину в университете, mit Verwunderung festgestellt, установил с большим удивлением, dass die Anatomie des Menschen, что анатомия человека, dieselbe ist über die verschiedenen Rassen hinweg. Она во многом идентична у самых разных рас и народов. Und sogar zwischen den über die Geschlechtergrenzen hinweg. И даже между полами. Wir alle haben einen Kopf, Hände, Füße und so weiter. Есть голова, руки, ноги и так далее. 263 Knochen. 263 Knochen, wobei es manchmal jemand einen mehr oder einen weniger hat. Es gibt kleine Variationen. Правда, такие люди, у которых на две больше или на две меньше, то есть здесь вариации есть. Und wir haben alle rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und so weiter. У всех у нас есть красные кровяные тельца, белые кровяные тельца. Und es ist ein ganzer Kosmos, то есть здесь встречается целый космос, den wir gemeinsam haben, который для нас, для всех един. Für diese Aspekte ist для этих аспектов jedes objektivierende Verfahren das einzig Richtige. Вот такое объективирующее рассмотрение единственно правильный метод. Wissenschaft, wissenschaftliche Verfahren, наука и научные методы haben eine Charakteristik, die aber noch auf einer anderen Ebene angelegt sind. Имеют характеристики, которые еще как бы базируются на другом уровне. Wann nennen wir etwas wissenschaftlich? В
Когда мы называем что-то научным? Wenn es sich um ein reflektiertes, begründetes Vorgehen handelt. Когда речь идет о таком рефлектируемом и обоснованном процессе, das einer kontinuierlichen Kontrolle ausgesetzt ist, который постоянно контролируется, um deren Aussagen stets in Frage zu stellen und neu zu überprüfen. Внутри которого человек постоянно ставит перед собой вопросы и перепроверяет, правильно ли он действует и правильно ли он мыслит. Sir Karl Popper hat in seinem kritischen Rationalismus Naturwissenschaft beschrieben als ein Verfahren. Карл Поппер в своей концепции критического рационализма описал естественные науки так, dass nur dann wissenschaftlich ist, что исследование только тогда можно назвать научным, wenn es das, was es derzeit beschreibt, immer wieder in Frage stellt. Что то, что наука в настоящее время описывает или утверждает, постоянно подвергается сомнению. Wissenschaftlichkeit heißt also, stets in einer Krise zu sein. То есть наука должна постоянно как бы находиться в кризисе. Denn ich kann nie wissen, ob ich nicht morgen etwas finde. Потому что я никогда не могу знать, что, может быть, завтра что-то такое будет обнаружено. Dass mir das, was ich heute für richtig halte, in Frage stellt. Что то, что я сегодня считаю правильным и важным, окажется, так сказать, вот, ну вот, не так, не таковым. Eine wissenschaftliche Aussage ist, darf keine Ontologisierung sein. Таким образом, научное высказывание das heißt, не может быть онтологизацией, не имеет права онтологизировать свои высказывания. Ich kann eigentlich nie sagen, das ist so. Так, а что это значит? Я не могу сказать, это есть так, поистине так. Да? Sondern ich kann nur sagen, bis jetzt habe ich noch nichts anderes gefunden. Но он может сказать, вот до сих пор другого я ничего не обнаруживал. Вот все, что я исследовал, говорит в пользу этого. Naturwissenschaft, also Wissenschaft ist also hat die Charakteristik, stets offen zu sein zu ihrer eigenen Falsifizierbarkeit. Таким образом, наука, если это наука и научная теория, она постоянно открыта к возможности своего опровержения или фальсификации. Das ist bei einer Religion anders. Вот в случае религии это по-другому. Eine Religion kann nicht falsifiziert werden. Религия не может быть фальсифицирована. Eine Religion ist eine Überzeugungshaltung. Человек, находящийся на религиозной позиции, он находится в позиции убежденности. Das Wissen in der Religion stammt nicht aus menschlicher Quelle. То есть знание, которое дает религия, происходит не из человеческой сферы, sondern aus göttlicher. Но из божественной. In jeder Religion. Это так в любой религии. Ислам, буддизмус, христианство. В исламе, в буддизме, в христианстве. Aber menschliches Wissen ist stets begrenzt. Но человеческое знание, оно постоянно ограничено. Wir können nie sicher sein, ob das stimmt, was wir glauben zu wissen. Сказать с абсолютной точностью, что то, что я знаю сегодня, это действительно так. Wissenschaft ist daher eine prinzipiell kritische Haltung dem eigenen Wissen gegenüber. Поэтому наука – это принципиально критическая позиция по отношению к собственному знанию. Wenn diese Haltung aufgegeben wird, entsteht Sektentum. Если эта позиция как бы отвергается, то возникает сектантство. Die Naturwissenschaft sagt, естествознание говорит, wissenschaftlich ist, oder viele Naturwissenschaftler sagen, wissenschaftlich ist nur das, was mit naturwissenschaftlichen objektivierenden Methoden erforscht wird. Естественно, наука говорит, или скажем так, значит, ведущие представители естествознания говорят, что естественные науки, их содержание, это то, что получено в результате естественно-научного применения естественно-научных методов в исследовании. Das ist ein unwissenschaftlicher Anspruch. Wie bitte? Ein unwissenschaftlicher Anspruch. Это, как он говорит, ненаучная претензия. Denn Wissenschaftlichkeit heißt reflektiertes, begründetes, kritisches und kontrolliertes Vorgehen. Потому что научное означает
критическое, рефлектируемое, критическое по отношению к самому себе, как бы вот метода, то есть вот действие. Das im Rahmen eines kohärenten Denkgebäudes, einer Theorie stattfindet. Которая происходит в рамках некоторой непротиворечивой системы понятий и суждений, которая называется научная теория. Wann ist, nun stellt sich die Frage, wann ist aber etwas begründet? Но вопрос стоит в том, а когда, собственно говоря, что-то действительно обосновано? Ist etwas nur dann begründet? Является ли действительно обоснованным что-то только в том случае, wenn es sich aus einer empirischen Untersuchung ableitet? Когда в основе этого обоснования имеется эмпирический, значит, эмпирическое исследование? Begründet ist etwas auch dann, wenn es im Rahmen einer Philosophie entwickelt wird. Является ли обоснованным то, что разрабатывается как бы философскими методами? Es hat ein kohärentes, logisches System, das sich nicht widerspricht. Wenn es das hat, wenn es ist если, begründet. Например, какая-то вот таким образом, не путем эмпирического исследования, полученная система суждений и понятий, и теории, непротиворечивая система, обоснованная, если она, вот, она является, можно ее считать обоснованной? Экзистенциальная психология, экзистенциальная психология hat eine andere Tradition als die naturwissenschaftliche Psychologie. Имеет другую традицию, чем естественно-научная психология. Sie kommt ursprünglich aus der phänomenologischen Anthropologie. Она проистекает из феноменологической антропологии. Und verwendet die Phänomenologie als Methode. Ее метод феноменологический, то есть метод феноменологического исследования. Leitet sich also auch von einem konsistenten System ab? Она как бы выводится из некоторой непротиворечивой системы. Arbeitet mit einer Methode, die kritisch geprüft wird und ständig kritisch kontrolliert wird. Она работает с методом, который постоянно критически перепроверяется и критически контролируется. Und führt zu Ergebnissen, и ведет к результатам, die zunächst eine face validity haben im subjektiven Erleben. Verifizierbarkeit. Die zunächst eine erste Validität haben. Mhm. Которая, значит, первую валидизацию проходит на уровне субъективного опыта. Und in weiterer Konsequenz auch messbare Resultate liefert. И на следующем шаге может производить измеряемые результаты. Darum möchte ich hier mit allem Nachdruck sagen, поэтому здесь я хочу со всей определенностью сказать, dass es ein Irrtum ist, zu behaupten, что это некоторое заблуждение, когда говорят, nur die objektivierenden Methoden seien wissenschaftlich. Только объективирующие методы являются научными. Auch subjektivierende Methoden sind wissenschaftlich, wenn sie in dieser Form durchgeführt werden. Также и субъективирующие методы, они являются тоже научными, если они проводятся вот с такой же позицией и с такой же строгостью. Sie finden auch mehr und mehr Einlass in die akademische Psychologie. И феноменологическая психология все больше и больше находит как бы признание в рамках академической психологии. Etwa durch qualitative Verfahren. Например, в форме качественных методов. Narrative. Нарративных методов. Die untersucht werden. Которые вот исследуются. Wir sagten vorher, was das Ergebnis naturwissenschaftlicher Untersuchung ist. До этого я сказал, что является результатом естественно-научных методов исследования. Allgemeingültige, vom Subjekt unabhängige Ergebnisse. То есть это общеобязательные, независимые от отдельного субъекта
от отдельного человека результаты. Was ist das Resultat phänomenologischer Forschung? Что есть результат феноменологического исследования? Einmalige, einzigartige Ergebnisse. Это единичные, единственные в своем роде или уникальные, да, результаты. Die nur auf dieses Subjekt in diesem Moment zutreffen. Которые только относятся только вот к этому субъекту вот в этот момент. Aus der Sicht dieses Beobachters. И с позиции вот этого наблюдателя. Da fragt man sich, ja, was kann denn das, wofür kann denn das gut sein? Тогда возникает вопрос, а на кое это надо-то? Das ist so reduziert auf den Moment. Потому что все сводится к моменту. Kann denn das etwas von Relevanz beinhalten? В чем релевантность вот этих методов? Das ist die andere Hälfte des Menschen, die hier beschrieben wird. А вот здесь описывается та другая половина человека. Jeder Mensch ist auch Subjekt. Каждый человек – это субъект. Einmalig. Он единственный в своем роде. Unverwechselbar. Его нельзя спутать ни с кем другим. Keiner ist so wie ich. Нет другого, как я. Obwohl ich auf der anderen Seite dieselbe Anatomie habe. Хотя с другой стороны я имею ту же самую анатомию. Dieselben psychischen Strukturen. Те же самые психические структуры. Persönlichkeitszüge. Черты личностные. Ich-Strukturen. Черты субъективные. Bedürfnisse. Я, структуру потребностей. Und so weiter. И так далее. Wie alle anderen. Как и другие люди. Bin ich gleichzeitig? Obwohl ich das habe, bin ich gleichzeitig unverwechselbar, einmalig. Хотя я имею все эти структуры общими со всеми людьми, одновременно с этим я единственный в своем роде, я неповторим. Und wenn wir diese Einmaligkeit nicht zum Leben bringen und realisieren können, если мы не можем как бы жить вот в этой своей единичности и единственности и как бы реализовать ее, erhalten wir keine Erfüllung im Leben. То у нас не будет никакого исполнения. Bleiben wir unglücklich. Мы будем несчастными. Dann sind wir nicht zur Existenz gekommen. Мы не смогли как бы прийти к полноценному существованию, к полноценной жизни, к экзистенции. Wenn ich mich nicht von euch jetzt verstanden fühle. Например, если я сейчас вот в этот момент не чувствую, что вы меня понимаете, von jedem einzelnen ein wenig unterschiedlich. Каждый в отдельности, естественно, что каждый по-своему. Dann hat es für mich keinen Sinn, hier zu sprechen. Для меня все это не имеет, мое вот говорение не имеет никакого смысла. Wenn ich mit einem Patienten spreche, если я говорю с пациентом, will er von mir jetzt verstanden werden. Он хочет, чтобы я понял его в этот момент. Es entsteht nicht der Anspruch, dass dieses Verstehen ein endgültiges Verstehen ist. Никакого претензии, никакой как бы требования того, что вот понимание, которое сейчас возникает вот с этим человеком, будет общим пониманием и каким-то завершающим суждением. Wenn wir in einer Woche, einem Monat, einem Jahr wieder über das Thema der Beziehung sprechen. Если мы через неделю, через месяц или через год опять начинаем говорить о той же теме, например, отношений. Entdecken wir noch andere Elemente, tiefer liegende Strukturen. Мы обнаруживаем другие элементы, более глубоко лежащие структуры. Die uns zunächst nicht zugänglich waren. Которые нам не были доступны в первый раз. Und so können wir im Laufe des Lebens uns immer besser und tiefer und mehr verstehen. И так мы можем в течение жизни понимать себя или другого глубже и всесторонне, шире. Obwohl dieses Verstehen also nur ein vorläufiges und ein unsicheres ist. Хотя это понимание является всегда предварительным
и всегда ненадежным. Ist es lebensnotwendig? Все равно это жизненная необходимость. Wenn ich nicht gesehen und geliebt werde als der, der ich bin. Если меня не видят в качестве меня и меня не любят в качестве меня, то von dir, der du bist, mein Vater, meine Mutter, mein Partner, meine Schwester. Тобой, какой ты есть, моя мать, мой отец и так далее, мои близкие. Und ich diese Liebe nicht in konkreten Momenten erleben kann. Если я не могу переживать эту любовь в конкретные моменты, dann kann ich meine Persönlichkeit nicht entwickeln. То я не могу развить свою личность. Diese Individualisierung und Konkretisierung ist lebensnotwendig für den Menschen. Эта индивидуализация и конкретизация для человека жизненно необходимы. Es genügt nicht, wenn der Vater sagt: Natürlich, ich liebe alle meine Kinder. Generell. Это недостаточно, если, например, отец говорит: Ну, конечно, я люблю всех своих детей. Как бы генерально так, да? Mit so Kleinigkeiten im Alltag will ich mich gar nicht abgeben. Вот эти всякие мелочи по жизни, да, в повседневной жизни, я и заниматься ими не хочу. Dann wird diese Liebe nicht gelebt. Тогда эта жизнь, эта любовь останется некоторой абстрактной вещью, она не будет как бы в жизни осуществляться. Sie kommt nicht auf die Welt. Она не реализуется в мире. Sie wird nicht eingefleischt. Она не воплощается. Aber genau das brauchen wir auch. Но именно это нам и нужно. Nur dieser hochindividuelle Anteil im menschlichen Leben, но это высокоиндивидуальная составляющая человеческой жизни, spielt in der objektivierenden Psychologie keine Rolle. Не играет в объективирующей психологии никакой роли. Diese individuellen Aspekte haben zwar einen Einfluss in die Messungen, эти индивидуальные аспекты, хотя и влияют на результаты измерений, aber sie werden als Störvarianz ausgefiltert. Но как в качестве некоторого мешающего, в некоторых помех, они исключаются систематически. Existenzielle Psychologie interessiert sich für die Störvarianz. А экзистенциальная психология интересует как раз вот этот, как он говорит, вот эти помехи. Es bedarf hochentwickelter Methodik, um hier wissenschaftlich vorangehen zu können. Для того, чтобы здесь научно продвигаться, необходимы очень тонкие методы. Die Methode der Wahl ist die Phänomenologie. Метод, который здесь, метода Дерваль, yeah. Вот сказать, да. Die beste Methode, Значит, из всех методов, которые существуют, самый подходящий метод для этого – это феноменология. Феноменология bedeutet, an den anderen Menschen heranzugehen. Феноменология означает подходи к другому человеку ohne Erwartung, без ожидания, ohne Theorie, без теории, ohne Urteil, без суждения, offen, открыто, bereit, auf mich wirken zu lassen, быть готовым дать воздействовать на себя, wer du bist, кто ты есть, wie du bist, каков ты есть. Was dich bewegt, что тебя волнует, damit ich aus dem heraus verstehen kann, чтобы из всего вот этого я мог понять, was dir wichtig ist, что для тебя важно. Phänomenologische Methode kann nie eine Theorie überprüfen. Феноменологический метод никогда не может перепроверить теорию. Denn es gibt keine Theorie für das singuläre Einzelne. Потому что для единичного, для частного нет никакой теории. In jedem menschlichen Leben, bei jedem von uns, findet ständig etwas statt, das es noch nie gegeben hat. Потому что в каждом из нас
Постоянно происходит что-то, что никогда еще не было. Ich habe noch nie so über dieses Thema gesprochen, wie ich gerade jetzt spreche. Например, я никогда об этой теме не говорил так, как я сейчас говорю это вам. Und ich werde auch nicht in der Lage sein, noch einmal genau so darüber zu sprechen. Я не буду в состоянии говорить это еще раз когда-либо, точно так же, как теперь. Denn was ich jetzt sage, da ist viel allgemeines Wissen im Hintergrund, natürlich. Потому что то, что я сейчас говорю, естественно, подразумевает какую-то общую сумму знаний, которые у меня есть. Aber es wird euch jetzt von mir präsentiert. Но это знание, оно презентируется именно мной. Und ich bin heute in einer bestimmten Verfassung. А сегодня я в определенном состоянии. Und habe gestern und vorgestern mich mit Themen befasst, die einfließen in das, was ich jetzt sage. И вчера, и позавчера я занимался какими-то проблемами и темами, которые как бы вливаются в то, что и как я говорю сегодня. Und ich stehe in einer Resonanz mit euch. И я нахожусь в некотором резонансе с вами. Und darum ist diese Art, wie ich spreche, ein wenig, in der ist auch ein, seid auch ihr ein wenig enthalten. И поэтому то, как я, в том, как я говорю, все это, и также и вы, вот в какой-то степени содержится. Und so schöpfen wir immer aus diesem in einer Welt sein. И вот таким образом мы постоянно черпаем из вот этого нашего состояния бытия в мире. Und eigentlich ist jeder Tag ein neuer. И вообще-то каждый день – это новый день. Und ich kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Я не могу дважды войти в один поток. Das ist existenzielle, existenzielle Welt. Это такой экзистенциальный мир. Wir brauchen diese Individualität. Нам нужна такая индивидуальность. Liebe. Любовь. Ist individuell. Любовь индивидуальна. Liebe meint dich. Любовь подразумевает тебя. Von mir her. Из как бы моей перспективы. Wenn ich sage, ich liebe alle Frauen, если я скажу, ну, я люблю всех женщин, dann habe ich vielleicht ein großes Herz. Тогда у меня может быть очень большое сердце. Aber es ist nicht die personale Liebe. Но это не персональная любовь. Die personale Liebe meint, ich liebe dich durch die Frau, durch das hindurch, dass du Frau bist und meine etwas. Персональная любовь подразумевает, что я люблю тебя как бы сквозь то, что в тебе является женщиной, и подразумеваю то, was es nur einmal gibt und was mir besonders gefällt. Что существует только один раз, и то, что мне особенно was eine Resonanz hat mit meinem Wesen. То, что вступает в резонанс с моим существом. Ich kann das nicht machen. Я не могу это сделать. Das ist vielleicht eine der großen Kränkungen des Menschen. И это как бы вот also трагедия. Kränkungen, ja, also Enttäuschung. И это большое, так сказать, вот, ну вот такая das wird, напасть человека. Dass wir die wirklich wichtigen Dinge gar nicht kontrollieren können in ihrer Entstehung. Что действительно в каких-то важнейших вещах, которые являются важнейшими для человеческой жизни, человек не может их сделать, не может контролировать их появление. Denn mein Wesen, потому что мое существо, das bin ich. Это я есть. Я. Das habe ich nicht. Это не я имею это, свое существо, а я являюсь этим. Да, я etwas, это. Etwas zu haben meint es zu objektivieren. Потому что если я что-то имею, тогда я как бы имею это в качестве какого-то объекта. Aber ein Wesen, das kann ich nur sein. Но существом я могу только быть. Und darum spricht es aus sich. Es spricht aus sich. Поэтому, как он говорит, этого невозможно перевести. Nur Mut. Речь проистекает, как бы es spricht, оно говорит во мне. Я
Es spricht aus mir. Nee, es sagt nicht, was ich will, dass es tut. Оно не говорит, что sie sagt nicht. Das Wesen sagt nicht das, was ich will, dass es sagt. Вот это существо, которое как бы во мне говорит, оно не говорит то, что я хочу, чтобы оно сказал. Ich kann nicht sagen, dich möchte ich lieben, aber dich nicht mehr. Значит, я не могу так сделать, вот как бы сказать, вот, вот тебя я вот хочу любить, а вот тебя больше не, не надо. Das wäre einfach, nicht? Это было бы вот здорово, проще. Wir hätten keinen Liebeskummer mehr. Тогда бы вот страданий никаких бы не было. Ich kann meinem Gewissen nicht sagen. Я не могу своей совести сказать. Ich will, dass du das richtig empfindest, was ich jetzt gemacht habe. Я хочу, чтобы ты правильно ощущала, что я сейчас сделал. Wenn ich spüre, dass es nicht in Ordnung war. Если я чувствую, что что-то я такое сделал не так. Ich kann es versuchen. Я, конечно, могу попытаться. Да? Und ich kann es manipulieren. Я могу пытаться манипулировать этим. Und nach einem halben Liter Wodka ist es recht ruhig geworden. Ну и bei uns muss man ein Liter sagen. Okay. Значит, у нас это литр. После литра водки все в порядке. Das heißt, ich entdecke in mir Phänomene, die это sich meiner Kontrolle entziehen. Это значит, что я открываю, обнаруживаю в себе феномены, которые как бы ускользают от моей власти. Die aber sehr zentral sind für mein Leben. Но которые для меня, для моей жизни являются центральными. Hier braucht es Subjektivität und Phänomenologie. И здесь необходима субъективность и феноменология. Offenheit zu dem, was entsteht. Открытость тому, что возникает. Und Bescheidenheit. И скромность. Und lernen zu akzeptieren, was mein Wesen ist. Необходимо учиться принимать и признавать то, чем является мое существо. Damit ich ihm mit der Zeit immer näher komme und immer mehr sein kann, wer ich eigentlich bin. Чтобы я со временем как бы приближался к этому моему существу и учился все больше и больше быть самим собой, тем, кто я есть. Phänomenologie ist also das Mittel, mit dem wir die Person, der Person Raum geben. Таким образом, феноменология – это такой метод, который дает место персональному началу в человеке. Дает пространство. Dem einmaligen, то есть, das einmalige zu sehen können. То есть мы можем видеть вот это вот как бы единственное. Das, was ich jetzt bin, du jetzt bist. То есть то, что, чем я сейчас являюсь, чем ты сейчас являешься. Mich jetzt bewegt, dich то, bewegt. Что меня сейчас движет и волнует. Тебя движет и волнует. Und das versuche ich zu verstehen, so gut ich es im Augenblick kann. И вот это я пытаюсь понять, насколько я могу в данный момент. Wenn wir so auf den Menschen schauen, если мы так будем смотреть на человека, ich möchte euch jetzt ein paar praktische Anwendungen dazu geben. Сейчас я хочу дать несколько практических возможностей применения. Offen auf mich schaue. Открыто смотреть на себя. Und mich frage. И спросить себя. Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Что, собственно говоря, в моей жизни важно? Was, auf was kommt es an in meinem Leben derzeit? Что в настоящее время в моей жизни важно? Ist das, was mich beschäftigt, wirklich wichtig? То, чем я сейчас занимаюсь, и то, что меня как бы занимает, это действительно важно для меня? Wofür? Зачем это? Ради чего? Will ich das auch tun?
хочу ли я действительно делать то, что я делаю? Ist es wirklich, habe ich das Gefühl, es ist wirklich Leben, das, was ich jetzt tue? Вот то, что я делаю, действительно ли это можно назвать жизнь? Wenn ich diese phänomenologische Offenheit auf mich selbst anwende, если я применяю вот эту феноменологическую открытость к самому себе, so schaue ich auf das, was ich in mir spüre. И смотрю на то, что я чувствую, ощущаю в себе. Natürlich habe ich meine Gedanken dazu. Естественно, что я могу что-то думать про. Meine Erklärungen, meine Begründungen. Мои объяснения, обоснования. Und aufgepasst, meine Rationalisierungen. И, внимание, мои рационализации. Rationalisierungen sind gewissermaßen Schutzhaltungen und Entschuldigungen. Рационализации – это в известном отношении некоторые позиции защиты и оправдания. Wir schauen auf das, was ich spüre. А мы смотрим на то, что я чувствую, ощущаю. Auf eine innere Resonanz etwa. На внутренний резонанс. Da kommt uns unser eigenes Personsein entgegen. И вот в этом мы приближаемся, как бы подходим к собственному персональному бытию. Nicht das, was wir haben. Не то, что у нас есть, как бы. Sondern uns interessiert das Sein, das Wesen. Но нас интересует то, что есть существо. Das kommt uns entgegen und это, nur dann entgegen. Это как бы подходит к нам und. Und nur dann kommt es uns entgegen. И только тогда оно подходит к нам. Wenn wir uns so offen uns selbst zuwenden. Если мы вот таким образом открыто обратимся к самим себе. Und uns erlauben zu fragen. Erlauben zu fragen. Und wir erlauben uns и zu fragen. Как бы позволим себе спросить себя. Habe ich auch das Gefühl, dass das Leben ist, was ich dafür, was ich da tue? Действительно ли у меня есть чувство, что это жизнь, вот то, что я сейчас делаю? Möchte ich dafür leben? Хочу ли я ради этого жить? Denn ich weiß. Потому что я знаю. Leben ist das, was ich jetzt gerade tue. Что жизнь есть то, что я как раз сейчас делаю. Leben findet immer nur im Augenblick statt. Жизнь происходит всегда в данный момент. Gestern das war Leben. Вчера это была жизнь. Morgen das wird vielleicht Leben sein. Завтра, может быть, это будет жизнь. Aber das jetzt. Но и сейчас. Was sonst ist Leben als das, was ich jetzt tue? Что же тогда жизнь, если не то, что я делаю сейчас? Wer ich jetzt bin. Значит, то, что я делаю сейчас, в качестве того, кем я сейчас являюсь. Also, wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe. Если я сейчас, у меня сейчас нет чувства. Das ist Leben. Что это жизнь? А ja, vielleicht mal eine Stunde ist es nur Mühe, aber dieser Tag. Ну, например, может человек там устать там какой-то часок, но вообще вот как бы день, например, да, в рамках дня. Das war gut, was ich. То, что вот сегодня я gemacht habe, womit ich mich делал, beschäftigt habe. Чем я занимался, это было хорошо. Das war wichtig. Это было важно. Das will ich. Это я действительно хочу. Wenn ich das nicht habe, если у меня вот нет этого ощущения, wo ist dann mein Leben? Где же тогда моя жизнь? Es wird vielleicht kommen. Может быть, она еще будет. Ich bin Menschen begegnet, die mit 60 sagten, я встречался с людьми, которые мне говорили в 60-летнем возрасте, ich habe eigentlich ganz tief in mir noch immer das Gefühl, das eigentliche Leben kommt erst. У меня внутри глубоко сидит ощущение, что, собственно, подлинная жизнь, она вот еще только предстоит.
Als ich im Gymnasium war, sagte ich mir, wenn ich dann die Matura habe, когда... dann beginnt das Leben. Ага. Когда я учился в гимназии, то я говорил себе, вот сдам экзамен, вот тогда начну жить. Als ich studiert habe, sagte ich mir, когда я учился в университете, wenn ich das Diplom говорил, habe, ну вот, защищу диплом, начну жить. Als ich zu arbeiten begonnen habe, sagte ich mir, когда я начал работать, wenn ich beruflich gesettelt bin, wenn ich beruflich, то вот я говорю себе, ну вот выйду на пенсию. In Rente? Und jetzt sage ich mir, vielleicht beginnt es in der Rente. А теперь я говорю, что значит, тогда, наверное, было, когда осваивал профессию, да, вот даже вот начну работать, тогда начнется жизнь. А сейчас, наверное, надо сказать, что выйду на пенсию, тогда начнется. Was ich damit sagen möchte, что я хочу сказать вот этим рассуждением? Worauf warte ich? Чего я, собственно, жду? Jetzt. Сейчас. Wenn das nicht Leben ist, wann wird es kommen? Если это не жизнь, то тогда dann? Da, wann wird es kommen? А, когда тогда она наступит? Es kommt nicht. Она не наступит. Я, ich hab gesagt. Es kommt nicht von selbst. Она не придет сама собой. Es kommt nur durch mich. Она придет только через меня самого. Und es kommt nur dort, wo ich meine Zustimmung gebe. И она придет только там, где, к чему я дам внутреннее согласие. Wo ich eine, wenn ich meine innerliche Zustimmung gebe zu dem, was ich tue. Если я даю свое внутреннее согласие тому, что я делаю, dann öffne ich die Türe und betrete den Raum des Lebens. То я открываю врата и вступаю в область своей жизни. Ohne mich kann ich gar nicht zum Leben kommen. Без меня самого я не могу прийти к своей жизни. Natürlich, das kleine Kind wartet darauf, dass die Mutter es stillt. Естественно, что маленький ребенок, младенец, он ждет, пока мать его накормит. Und später, dass es gefüttert wird. А потом, в смысле, покормит грудью, и потом, когда она его просто покормит. Und diese unreife kindliche Haltung kann uns psychologisch erhalten bleiben. И это как бы незрелое детское отношение или ожидание может нас в жизни сопровождать. Aber wirklich auf die Welt bin ich erst gekommen. Но действительно в мир я пришел только тогда, wenn ich mir innerlich einen Ruck gebe. Когда я внутренне как бы даю себе опору. Wie es Kierkegaard formuliert hat. Как это сказал Кьеркегор. Wenn ich diesen Sprung wage. Если я отваживаюсь на этот прыжок. Wenn ich riskiere. Если я беру на себя риск. Mein Ja zu dem, was ich tue. Сказать да тому, что я делаю. Wenn ich mich mit einer Sache so weit befasse, если я занимаюсь каким-то предметом, каким-то делом настолько und sie verstehe, интенсивно и понимаю его, ihren Wert fühle, чувствую его ценность, dass ich einverstanden sein kann, что я могу быть согласен mit dem Studium zum Beispiel, например, mit dem, dass ich einverstanden sein kann mit dem Studium, das ich mache. Например, вот я занимаюсь и согласен и внутренне как бы себя идентифицирую с обучением, которое вот здесь происходит. Wenn ich mit innerer Zustimmung, mit einem inneren Ja studiere, если я учусь с внутренним согласием, erst dann ist es mein Studium. Говоря этому да, только тогда это будет мое. Und erst dann ist es mein Leben, das ich im Studium lebe. И только в этом случае это будет моя жизнь, которой я живу, когда учусь. Erst wenn ich es, erst dann habe ich es zu meinem gemacht, wie es Karl Jaspers
ausführt. Только тогда я делаю это своим, как это выразил когда-то Карл Ясперс. Erfüllung im Leben исполненность в жизни hängt von dieser inneren Zustimmung ab. Зависит от этого внутреннего согласия. Nur wenn ich, und ich sage wirklich nur, wenn ich mit, wo ich innere Zustimmung habe, kann ich Erfüllung bekommen. Только тогда, я говорю именно, только тогда, когда я чему-то даю свое внутреннее согласие, я могу в жизни прийти к исполненности. Ich will das erklären, warum. Я хочу объяснить, почему. Was bedeutet es, innere Zustimmung zu geben? Что это значит дать чему-то внутреннее согласие? Das bedeutet, innerlich teilzunehmen, teilzuhaben an dem, was ich tue. Это означает внутреннее участие и быть причастным внутренне тому, что ты делаешь. Ich gebe mich persönlich dazu. Ich gebe mich hin zu dem, was ich tue. Я как бы персонально вкладываю себя в то, что я делаю. Martin Buber sagt einmal. Martin Buber как-то сказал. In ich und du. Wo keine Teilnahme ist, ist keine Wirklichkeit. В книге «Я и ты», что там, где нет участия, нет действительности. Genau das meint es. Именно вот это и есть то, что я подразумевал. Wenn ich mich nicht selbst entscheide und sage, ja, das ist meines, das will ich tun, das interessiert mich, das ist mir wichtig, das brennt mir unter den Nägeln. Если я действительно не говорю, что да, это действительно мое, это как бы вот, ну, как он выражается, горит у меня в пальцах, да? Dann bin ich nicht dabei. Тогда я не присутствую в этом. Ja, ich will, muss es in mir lauten. Во мне должно как бы прозвучать «да». Я хочу это. Sonst lasse ich das Leben draußen an mir vorbeigehen. Иначе жизнь как бы будет протекать вовне, как будто бы она ohne mich innerlich hineinzugeben. Проходит мимо. Ohne того, einzusteigen. Не входя в этот поток жизни. Sondern betrachte das, was ich tue, wie von der Ferne. И тогда я как бы рассматриваю то, что я делаю, как будто бы ну вот, безучастно извне. Und sag, ich mach das halt. Ну, надо сделать. Weil man das so macht. Ну, вот так вот, делают же вообще все. Mit 18 geht man an die Universität. Ну, вот, закончил школу, надо идти в университет. Ob ich will, das weiß ich gar nicht. Ну, а хочешь ты учиться-то? Was ich will, das weiß ich gar nicht. Ну, не знаю, хочу, нет, ну. Ihr чего lacht. Я хочу изучать, тоже не знаю. Aber dieses Phänomen ist sehr verbreitet. Но вот этот феномен, он очень распространен. Und es ist mit 18 Jahren noch mehr verbreitet. И когда человеку 18 лет, это очень широко распространено. Ich kann immer lernen, dies zu ändern. Я могу учиться менять эту ситуацию. Aber ohne Engagement. Но без ангажированности. Findet Leben nicht statt. Без внутреннего участия жизнь не может совершаться. Und wenn ich nicht dabei bin, если bei dem, я was не ich присутствую tue, в том, что я делаю, dann habe ich vielleicht eine Aufgabe erfüllt. Тогда, может быть, я сделал какую, выполнил какую-то задачу. Ein Diplom bekommen, получил диплом. Aber ich habe nicht mein Leben gelebt. Но я не жил своей жизнью. Ich habe meine Zeit hergegeben für etwas. Я растратил свое время на что-то. Wo ich mir sag, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich wollte. И о чем я говорю, я не знаю, действительно ли я хотел это делать или нет. Daher kann es mich auch nicht innerlich voll machen. Поэтому я не могу себя внутренне как бы наполнить. Nicht innerlich ganz machen. И внутри как бы сделать себя целостным. Kann es mich nicht erfüllen. Я не могу
себя исполнить, наполнить. Daher kann ich das Glück nicht spüren. И поэтому я не могу чувствовать счастье. Ich hab zwar, ich war zwar da, хотя я вроде бы и был здесь, aber ich hab nicht wirklich gelebt. Но я не могу сказать, что я действительно жил. Die Zeit ist vergangen. Время ушло. Erfülltes Leben. Исполненная жизнь. Ist Leben mit innerer Zustimmung. Это жизнь с внутренним согласием. Zu dem, was ich mache. Согласием по отношению к тому, что я делаю. Und diese Zustimmung soll eine gefühlte sein. И это внутреннее согласие должно быть чувствуемым согласием. Es ist nur dann innere Zustimmung, wenn es eine innere Resonanz in mir macht. Это только тогда внутреннее согласие, когда у меня есть внутренний резонанс. Wenn ich spüre, когда я ощущаю, wenn in mir von selbst ein Ja hochkommt. Если во мне как бы вот это «да» возникает как бы само. Weil es mich interessiert, потому что меня что-то weil es интересует, wichtig ist, потому что что-то важно, weil ich angesprochen bin, потому что мне что-то, я что-то вижу, что меня как бы волнует. Von dem Wert, der in der Sache ist. А именно та ценность, которая содержится und dieser Wert в какой-то вещи. In mir eine erlebbare Resonanz erzeugt и вот hat. Эта ценность вещи, она во мне вызывает резонанс, который я переживаю. Innere Zustimmung ist eine gefühlte Entscheidung. Внутреннее согласие – это чувствующее решение. Entscheidung ist Realisierung der menschlichen Freiheit. А решение – это реализация человеческой свободы. Und findet ihren Ausdruck im Willen. И оно находит свое выражение в воле. Der menschliche Wille ist innerhalb seiner Grenzen frei. А человеческая воля в рамках своих границ свободна. Wenn ich mich entscheide, когда я принимаю решение, habe ich mein Wesen in diesem Moment realisiert. Я реализую в этот момент свое существо. Denn von meinem Wesen her, потому что как бы из, по своему существу, bin ich Person. Я персонален. Я Dieses Person. Ich in mir, это я во мне, ist subjektiv, оно субъективно, einmalig, единственное, unverwechselbar, его нельзя ни с чем спутать, wertvoll, оно ценно. Und persönlich и персонально. Hat eine Intimität. И в нем есть некоторый момент интимности. Eine Tiefe des Fühlens, Spürens und Erlebens. Глубина ощущения, чувствования и переживания. Und dieses Ich soll gelebt werden. И это я хочет, чтобы оно проживалось. Im Dialog. Хочет жить в, mit, в диалоге. Mit dem Du. С ты, das ebenfalls einmalig ist, которое также единично, unverwechselbar, и нет второго такого, und eine tiefe Resonanz hat, и имеет глубокий резонанс, mit einer Intimität, в нем тоже есть интимность, in die ich nicht ungebeten eintreten will, в которую я не хочу входить непрошенным. Und darum begegne ich diesem du mit Respekt. Поэтому я встречаю это ты с уважением. Und behandle mein ich respektvoll. И отношусь к своему я также с уважением. Denn in dieser Autonomie meines Wesens, потому что в этой автономии моего существа, das ich gar nicht habe, которой у меня нет, sondern bin. Который я не имею как бы этой автономии, но я являюсь этой автономией. In dieser Autonomie meines Wesens ist die Würde der Person begründet. Потому что в этой автономии, которой я являюсь,
она является основой моего достоинства. So wie in der Autonomie deines Wesens die Würde begründet ist. Также и автономия твоего существа является основой твоего достоинства. Weil du eine würdevolle, autonome Person bist. Потому что ты это достойная, автономная Личность. Mit einer Grundhaltung der Wertschätzung und des Respekts. Если я встречаю тебя с основным настроением, что я ценю тебя, und ich grüße dich, wenn ich dich sehe, и приветствую тебя, когда я тебя вижу. Ich sage guten Morgen. И говорю, доброе утро. Das heißt, ich wünsche dir etwas Wertvolles heute. Это значит, что я желаю тебе что-то ценного на сегодняшний Morgen. День. Хорошее, доброе утро. Und ich sage guten Abend. Я говорю добрый вечер. Ich wünsche euch etwas Wertvolles heute Abend. Я, значит, что я желаю вам сегодняшним вечером пережить что-то ценное. Einen guten Abend. Желаю вам добрый вечер. Danke schön fürs Zuhören. Дорогие друзья, ну, прежде чем немножко дальше мы пойдем, просто чтобы не забыть и не смешать, так сказать, жанры, несколько простых объявлений. Во-первых, сегодняшний семинар, он организован во многом стараниями нескольких сотрудников кафедры общей психологии, которых я с удовольствием хочу назвать. Это Александр Кремлев, Екатерина Бетюцкая, Алексей Улановский и наши студенты Лера Балабанова, Катя Аверкина. Так что им большое спасибо. Это раз. Теперь, значит, когда это все закончится, а это закончится, значит, я прошу всех тех, кто принес стулья в том же самом количестве, отнести их в то же самое место, откуда они были взяты. Значит, главным руководителем этой операции назначается Роман Юрьевич. Вот. Теперь следующее объявление очень такое, на самом деле, важное. И вот отчасти мы говорили об этом объявлении вот сегодня с профессором Лэнгли, когда обсуждали. Если вы не возражаете, то я буду говорить медленно. Вот чтобы Владимир Загвоздкин мог вот изящно перевести. Хорошо? Да. Значит, медленно, потому что всякая работа с переводом – это такая особая работа. И, конечно, отдельная благодарность Владимиру Константиновичу за его блестящий перевод. Вот. Это Чарли Чаплин сравнивал, так сказать, разговор с переводом со стрельбой дальнобойных орудий, что вот сюда выстрел, тишина, потом бам, да, где-то вот всегда есть эта пауза. Поэтому я буду чуть медленнее говорить вот в следующей части. Вот мы договорились сегодня, значит, с профессором Лэнгли, и это была встреча с нашим деканом, профессором Юрием Петровичем Зинченко, о том, что в следующем семестре у нас будет объявлен курс, под условным названием «Основы или введение в экзистенциальную психологию и психотерапию». Это курс для студентов третьего и четвертого годов обучения.
президентом Мелитом Фирте, что один ярд... Курс факультативный, естественно, по выбору. И в ближайшее время будет объявление, и на этот курс, так сказать, вы можете записаться. Es wird jetzt auch eine Annonce und wer möchte, kann kommen. Но это выбор должен быть вот тот самый, о котором говорил Альфрид, так сказать, какой-то вот... Вы должны подойти, сосредоточиться, спросить себя и так далее. И ответить вот на этот вопрос, хотите ли вы участвовать в этом курсе. Почему? Потому что после того, как вы запишетесь, вы, так сказать, пройдете некоторый отбор экзистенциальный. Вот. Владимир Александрович, выключите эту штуку, а то очень сильно слышен ваш перевод. Вы же на ухо говорите. Да? Вот, потому что здесь действительно, понимаете, это такого рода знания, которые нельзя, вот так сказать, делать из-под палки или потому что надо для зачета и так далее. Вот, и мы очень горды, что вот у нас будет такой курс, и что как бы профессором, читающим этот курс, будет Альфрид Ленгли. Теперь, вроде, так сказать, все такие вещи я сказал, я бы хотел сказать просто несколько слов о сегодняшнем нашем семинаре. Я прошу прощения, дело в том, что, так сказать, в отличие от всех прежних семинаров, сегодня у нас, с вашего позволения, не будет жанра вопросов и ответов, и я объясню, почему. Дело в том, что я не только, так сказать, общий психолог, вот, заведующий кафедрой общей психологии, но много лет вообще-то был клиническим психологом. Вот, поэтому я наблюдаю феноменологию и клинику профессора Ленгли и очень удивляюсь. Дело в том, что профессор Ленгли приехал вот 3 дня из Вены, да? Он начинает работать в 10 утра, проводит семинары и лекции. До 2 часов дня. Затем перерыв на обед, после чего все продолжается до 6 вечера. Далее он едет читать публичную лекцию. Это была лекция в Высшей школе экономики в среду. Затем лекция в четверг в Московском педагогическом университете, бывшем Ленинском. И, наконец, сегодня на нашем факультете. Всюду переполнены аудитории, вот, масса народу и так далее. Вот. Это, в общем, такое тайное сведение, потому что если узнает наш деканат и скажет, чтобы все профессора так работали, то это будет опасно для жизни. Поэтому мы сегодня не будем обсуждать, вот как обычно на семинарах, вопросы и ответы. Я несу персональную ответственность за жизнь профессора. Да, но я их nur lernen, феноменологический анализ und nicht so везде. Вместе с тем, вот я бы хотел сказать о том, что
так сказать, вот роль профессора Ленгли, мне кажется, она совершенно уникальная, с одной стороны, а с другой стороны, она очень важная для понимания вообще европейской культуры и современного момента. Дело в том, что культура – это такая вещь, которая передается из рук в руки. Она рукополагаема. Никакие электронные носители, так сказать, тиражированные вещи, они не передают культуру. Всегда должен быть человек, который непосредственно вам что-то говорит, который передает знания во всей его полноте. Нельзя выучить экзистенциальную психологию по книгам. Надо увидеть хотя бы одного человека, который является экзистенциальным психологом, а не говорит об экзистенциальной психологии только. Как сказал один философ американский, который приехал в университет учиться философии. Он сказал: профессоров философии вижу, а философов нет. И поэтому необыкновенная ценность профессора Ленгли, что он не просто говорит об этом. Он являет бытие экзистенциального психологии и экзистенциальной психологии как таковой. И как бы роль таких людей в культуре, она определяющая. И когда, так сказать, дефицит таких людей, то и культура стоит, несмотря на все, так сказать, вливания и национальные проекты. Поэтому, я думаю, конечно, можно восхищаться работоспособностью профессора Ленгли, его вниманием, ощущением, памятью, мышлением и другими разделами общей психологии. Но главным является личность. Сейчас время такое, когда вот... Как было сказано каким-то древним пророком, настанет время, когда все будет ненастоящее. И тогда, сказал он, настанет последний. Это не настоящая вещь. Она не выключена. Ладно, ничего. Он выключен. Выключен. Понятно. Да ничего страшного. Да, я могу просто громче сказать, включить тут кнопочку. Значит, если судить по происходящему, то действительно настало последнее время, ибо вокруг очень много ненастоящего. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Ненастоящие продукты, так сказать, какие-то профессора ненастоящие, университеты ненастоящие и так далее. Это так называется, да, но это, в общем, ненастоящие. Как говорят в характеристике, он академик, но он ученый, да.
И вот такая огромная важность, что вот профессор Альфред Линге, он настоящий. И вот сейчас, так сказать, очень много людей, которые говорят, доказывают. И очень мало людей, которые показывают, которые являют собой что-то. Вот я вчера включил телевизор, там ругаются два политика. Ну, естественно, перебивая друг друга, стараясь как можно больше унизить один другого. И один другому кричит: «Какие новые ценности вы предложите населению?» Ценности не предлагают, их являют. И они очень дорого стоят. Потому что за них надо заплатить. Только не деньгами, а своим временем, нервами, иногда жизнью. Вот тогда они начинают существовать. И вот фактически уже там 6 лет, так сказать, Альфред Лэнгли приезжает и являет. И я должен отметить один феномен, аналогию которого мне как-то подарил один биолог. Вот идет мутный поток. И на пути его какая-то палочка появляется, которая вот как-то, так сказать, вертикально удерживается. И вокруг этой палочки начинается такое турбулентное движение. Вот эта муть начинает как-то, так сказать, группироваться и опускаться вниз. И постепенно появляется остров. А на этом острове уже может что-то расти и что-то быть. И вот я наблюдаю, что когда Альфред приезжал первые разы в Россию, да, ну вот, так сказать, он собирал какие-то аудитории, но, в общем, так о нем, ну, так сказать, его резонанс был не такой большой. И я даже ему говорил, ну, мол, где вот, ну, как бы КПД получается не очень большой, приезжает человек, первый в своей области в мире, а там, в общем, пенсионеры и старушки. А он мне отвечал: а это не важно, говорит, даже если кто-то из них, несколько человек, вот как-то будут дальше развивать, для меня это достаточно. И вот я смотрю, вот так сказать, эта палочка, которая вот прямо стоит, вопреки потоку, вот она действительно образовала уже некоторый остров. И кто из современных отечественных профессоров может похвалиться, что в 3 вечера он собрал там 400 человек, студентов, наших современных студентов, которые, значит, сидят и вот это все слушают? И, в общем, я не знаю, кто скажет «я». Вот, поэтому
поэтому, значит, вот я имею вследствие этого, я перехожу к официальной части. Вот, да, и к этой официальной части я одеваю пиджак, естественно. Хотел бы, не могу. Так, хорошо? Да, итак, это официальная часть. Я вполне уполномочен. Да, вот, уполномочен, тут есть у меня все, удостоверение. Вот, и это поручение нашего декана. Вот, значит, Владимир Константинович, переводите. Значит, лучше переводить. Значит, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Его Михаил Васильевич зовут. Факультет психологии. Ученый совет. Факультет психологии Московского университета. За выдающийся вклад в преподавание и развитие университетской психологии. Присваивает звание. Почетного профессора факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Так, значит, дорогие друзья, теперь в честь нашего почетного профессора, первый курс есть у меня? Да, значит, запевал. Все встают. Работает? Так, все встали. Можно Так, все встали, да. Так, приготовились. Так. Ну, ладно. Гаудамус. Юбенес дусумус, гаудамус игитур, юбенес дусумус, ос югундам югентутем, ос маестам сенектутем, нос абелит хумус, нос абелит хумус, угисум и антонос, in mundo fuere, ubis unc ante nos, in mundo fuere, gloria crea superos, transite ad inferos, ubiam fuere, ubiam fuere, viva la academia, viva profesores, viva la academia,
vivat professores, vivat membrum qualibet, vivat membra qualibet, sempre sunt in flore, sempre sunt in flore. Все. Стулья не забудьте вынести. Роман Юрьевич вас направит. Володя, Володя, возьми мою сумку. Спасибо.